Сегодня будем ставить интернет и заодно проверим актуальность в городе 12 категории, 6 категории. Есть ли смысл от 100 мегабит или гигабитного интерфейса? Некротик 12 категории с гигабитным интерфейсом против 6 категории Крокс со 100 мегабитным интерфейсом. Мегафон. Здесь у нас используются такие антенны. Здесь у нас используются встроенные. Все это будет подключаться к практически компьютерному клубу на гигабитном коммутаторе. Там по ходу сравним. Замеры были хорошие, с телефона было до 100 мегабит, но сейчас посмотрим, как будет. Мы подключали геймерский клуб к интернету. Смотрите видео, да. На ютубе Павел Иванович сел за руль. Первая, вторая, третья. Сейчас залетим. Все еще так вот. Да? Азот. Азот. Это, короче, для самых жестких. Здесь монитор не нужен. Да. Доска. Здесь ты сам себе по памяти представляешь. Да. И ты сказал, что он по памяти представляет. Ну, это тоже на одном. Компьютерный класс Lenovo. Ну, просто. Да. Здравствуйте, уважаемые подписчики. Сегодня мы пришли подключить к интернету вот такой вот компьютерный клуб. Когда вы, Павел Иванович, были последний раз в компьютерном клубе? У банкира. Банкира. В конце 12-го года. 13-го закрыл. Да. Ну, поставим вам уже знакомый ящичек вот такой. Ну, и покажем с коммутатором. Классик. Да. Ну, разбирай пока. Ничего не было. Ящик установим. Вот здесь вот, здесь мы поставим роутер, протестируем сейчас с вами, значит, Микротик и Крокс 6-12 категории. Базовая станция, сейчас я вам покажу, она вот там вот. В принципе, антенны не нужны. Ладно. Не знаю, видно, не видно, но, в общем, вот она там стоит. Все, сейчас будем приступать. Потом все это дело подключим. Здесь мы видим оптоволокно. Вот такое вот. 3000 рублей за 1 мегабит интернетом для организации. Поэтому здесь теперь будет, наверное, мегабит 50-60. И дешевле, в принципе. Вот видите, здесь все стоит. Все уже протянуто. Осталось только вот подключить нам ящик и подключить интернет. Павел Иванович раскинул провода. Утюгается матом. Вот ящик уже установлен у нас. Сейчас подойдем поближе, посмотрим. Павел Иванович у нас убирает провода в кабель канал. Вот это покажу, вон там пук классный. Да. Сейчас мы, да, это все будем разбирать. Что-то здесь было сделано, что-то доделывается. Ну, не нами было сделано, частично. То есть установили ящичек, подключили питание. То есть вот теперь можно, у нас все выключилось, все включилось. И, соответственно, здесь вот роутер поставим. Ну, сейчас, кстати, будем пробовать уже как раз-таки скорость мерить на Кроксе и на Микротике. Вот на таком. Значит, что можем сказать? Распределения канала здесь пока нету. Если понадобится, то понадобится. Пока что просто вот сделаем интернет. Для того, чтобы тест был нормальный, мы, значит, сначала его проверим на телефоне. Мегафон. Выберем сервер написал-то. Ну, речь, пускай Москва будет. Вот у нас сервер. Давайте посмотрим, вот что мы будем иметь на телефоне. Видим, здесь плюсика нет никакого. Хотя вот буквально 5 числа была скорость лучше. Но телефон, здесь у нас приличная категория. Агрегации нету, 2600. Сейчас мы это посмотрим. Это, в принципе, видно и на телефоне. И это будет видно. Хотя мы находимся в городе. Повторный тест.
Как так? Ну, вот видите, там 80 вваливает, 70, 80. Сейчас просто посмотрим, как будут модемы работать. Хотите, третий тест сделаем на телефоне, посмотрите. Ну, до полтоса, то есть вот здесь, в принципе, по сути, шестая категория нам нужна. Модема больше, наверное, смысла нету устанавливать, как видите. Вот даже если здесь появится когда-то еще третий бенд или, или еще один седьмой бенд, то в принципе просто станет быстрее. Ну вот сейчас мы видим, что в принципе мы не превышаем 100 мегабит даже по телефону. Вот где-то было 95 5 числа часов в 11. Ну сейчас, видать, линия уже подзагрузилась, ну и время уже, соответственно. Все, померили. Так, теперь давайте перейдем, посмотрим параметры непосредственно на нашем вот на таком вот кроксе. Вот он крокс стоит у нас. Вот он стоит микротик, вот у нас стоит Андрей. Сейчас мы с вами посмотрим параметры. Ну, Симра под 30 хочет. Видно, что здесь вот видим мы одна несущая. Коннекторы где-то были. Давайте, значит, мы сейчас спидоносца запустим. Сейчас что-то зацепилось. Ужас, блин, здесь все цепляется. За эту решетку очень неудобно работать, конечно. Мы постараемся сейчас все заснять. Так, выберем сервер такой же. Что, отошло что-то, что ли? Ну, скорее всего, отошел разъем у нас. Так. Наша. Так, заведомо сразу скажу, что пинг здесь будет выше, потому что сим-карта не местного региона установлена. Давайте посмотрим, что будем иметь. Вот он, смотрите разницу. Вот она, шестая категория модема. Видите, какая скорость? 40 мегабит. Мы сейчас сделаем буквально два теста, посмотрим, хотя... В принципе, сигнал нормальный. Видим обратный канал. У нас обратный канал был, как вы видели, то есть минимум у нас было 60 входящая и где-то от 30 до 50 обратный канал. То есть телефон у нас получается там, грубо говоря, там 20-й категории S Samsung S10e. Да, и вот мы тут же меряем сейчас на модуле 6-й категории. Это у нас QQTEL EP06. Фирма Крокс, вот он такой вот. Вот видите. То есть вот оно, в принципе, видно, что категория имеет значение. Сейчас же вот, помимо сейчас тест закончится, мы запустим еще один раз тест на телефоне. Вы посмотрите разницу. То есть видите, да? Пускай это 4G, но это телефон, и это другая категория. Соответственно, ожидаемо, что на микротике, вот на таком, еще неудобно, конечно, все это дело, на этом микротике скорость будет выше, нежели на шестой категории. Посмотрим, сравним. Подключили мы за решеткой микротик 12. Вот такой вот. Вот он уровень сигнала показывает, тоже хороший, естественно, вышка рядом. Так, сейчас мы это все дело здесь расположим за решеткой. И нажмем тот же самый сервер, та же самая сим-карта, тот же самый пинг. Сейчас будет у нас. Давайте смотреть, что мы получаем. Это у нас 12-я категория. И в принципе мы видим разницу, как 12-я категория дает лучше результат, нежели 6-я.
То есть вот он, в принципе. То есть есть смысл даже не имея свыше 100 мегабит, иметь вот микротик. Хотя вот обратный канал что-то как-то интересно. Сейчас посмотрим, что это было. Почему такой маленький обратный канал. Ну, входящая явно больше, то есть уже существенно лучше. Ну да, видим, вот уверенно, видите, под 70, под 80 мегабит. Ну да, можно сказать, что вот 12-я категория микротика, вот так вот она просто порвала 6-ю категорию LTE от Крокса. Ну что с обратным каналом, не ясно вообще, что это такое. То ли спид-тест. Чушь какую-то показывает в 1 мегабит. Может быть, что-то, конечно, с сервером. Давайте сейчас на телефончике посмотрим. Что нам телефон сейчас выдаст? Ну, телефон тоже вот ручки трясутся за этой решеткой. Неудобно, конечно. Ну да, тоже мы видим, что телефон тоже под 80 мегабит лупит. То есть 12-я категория, в принципе, решает этот вопрос. Даже видите, 90. И вот больше полтоса даже мы сейчас имеем. Что у нас сейчас получается на микротике, неясно, почему он выдает 1 мегабит. Непонятно. Интересно. Возможно, именно проблема в чем-то здесь еще. Ну вот мы видим, да, микротик, и мы видим вот 70 мегабит. Да, телефон, конечно, можно сказать быстрее, но и все-таки микротик быстрее, чем Крокс. Хоть и все работает в режиме 100 мегабит, хотя сейчас на данный момент интерфейс гигабитный подключен. То есть устройство поддерживает гигабит, но что с обратным каналом, бред какой-то. Будем разбираться, почему так, хотя вот мы тестировали его в офисе, нормально работает. Скоростя выдает, все четко. Павел Иванович проверяет и подключает сразу же провода. Вот мы берем кабель, такой вот экранированный. Включаем его сюда. Так как коммутатор довольно приличный, поэтому не сразу загорается. И сразу, секунд через 20. Секунд 20, да, жизненно? Ну, даже 15 минут сейчас загорится. Если все четко, вот видите, загорелось. Соответственно, проверяем на старте интернет хоть как-нибудь. Какой сервер, неважно. Ну вот, посмотрим. Есть. Есть. Вот у нас CAT6. Видите, сейчас даже под 70 мегабит работает. Значит, сейчас CAT12 лупил бы больше. Ну, давайте дождемтесь обратного канала. Ну, 60. Видите, старт идет, а потом 60. То есть, ну, упираемся. Было 60, 40 там. Ну, и обраточка неплохо. Смотри, на EP06 идет. Где? Ну, на стене. Видал? Компьютерный зал Lenovo. Моноблоки. Так. Вот мы старое барахло здесь. Одна мегабитная выкинули. Вот так выкинули, вот, отложили. Вот так вот у нас сейчас размещен роутер от фирмы Крокс. Вот видите, да? Повыше, чтобы руки не протянул никто к нему. Случайно. Ящик вот так вот. Ну, кабель-канал положили, здесь не положили. Ну, потом доделаем, потому что мы здесь еще придем сюда делать. Еще не все подключено. Здесь у нас получается вот так вот. Ящичек. И вот они у нас светятся. Подключил? Ну да. Сейчас вот еще одна лампочка загорится у нас. Вот видите, загорелась. То есть сейчас еще 6. Получается 6 портов мы сюда можем воткнуть. Ну да, еще сколько-то надо кабелей протянуть. Это еще не все. Ну, это не сегодня. Вот, поэтому, в принципе, ящик можно закрывать. Ключики у вас. И на этом будем заканчивать. Пойдем мы проверять дальше. Вот такой вот получается интернет от роутера Крокс через гигабитный коммутатор. Можно было, конечно, поставить 100 мегабитный, но... Пойдешь. Вон тут куча, короче, этого барахла повыкидывали. Трындец.
Вот они, компьютеры. На них можно хоть в контру-то играть? Нет. 1.6-то. 1.5. Точно, говорит. Блин, да задолбало это. Ну, в общем-то, наверное, все. На этом мы, наверное, закончим. Дальше будем проверять все соединения. Подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте. Также хотим напомнить, что много мелких видео в основном будет выходить в Инстаграме. И либо в спонсорстве в самом дешевом за 25 рублей, чтобы не засирать мелкими видео основной канал на Ютубе.